7 малышей появились на свет в новогоднюю ночь в Брянском роддоме номер 1. По доброй традиции молодых мам и их детишек поздравили представители Брянской городской администрации. От имени, вы знаете, главы города Брянска, у нас Александр Яковлевич Ковалев, Брянской городской администрации Анатолий Николаевич Кисенев. Но у нас есть традиция дарить рожденным в городе Брянске такие медальки. Естественно, небольшие подарки для вас. Городские власти каждый год поздравляют новоспеченных мам с пополнением в семье. Все младенцы получают подарки и памятные медали, в которые мамы должны вписать имя малыша и дату его рождения. Виталий Полеев – настоящий богатырь. Его вес 4 килограмма 850 граммов. Уже с первого дня жизни малыш настойчиво и требовательно заявляет о себе. Впрочем, для его мамы главное, что он родился здоровым и крепким. Как и для других 6 счастливых мам. Для кого-то из них это первый ребенок в семье, а для кого-то уже второй или третий малыш. У вас мальчик первый, второй, третий. Очень малыш, он. Для персонала роддома номер 1 прошедший 2013 год выдался насыщенным и плодотворным. В наших стенах принято 3500 родов, 3500. Но, в принципе, очень даже неплохо. В прошлом году было больше за счет того, что второй роддом был, не работал на капитальном ремонте. Но 3500 – это прекрасно. Прекрасных малышей, прекрасных мам, все счастливы, довольны. К счастью, все 7 малышей, появившиеся на свет в новогоднюю ночь, родились здоровыми. Но в случае, если ребенок родился не в срок, в роддоме есть необходимое оборудование для выхаживания новорожденных детей с экстремально низким весом. Немецкий кювес – это специальная мини-реанимация для младенца. Это уникальное оборудование создает микроклимат, который имитирует нахождение недоношенного ребенка в материнском теле. Вот эти два суперские хорошие кювезы, поэтому, а это вот уральские кювезы мы получили. Каждый, видите, с мониторами, вот они с отсосами, с инфузоматами, полностью вот это реанимационное место. В кювезе, не извлекая из него ребенка, можно проводить рентген и фототерапию. Благодаря суперсовременной аппаратуре удается выхаживать малышей даже весом в 700 граммов. В общем, у будущих мам теперь должно быть меньше поводов для беспокойства, а больше моментов для радости и счастья. Кристина Костюченко при содействии пресс-службы Брянской городской администрации.